Добрый вечер. Добрый вечер. Ваши проездные документы, пожалуйста. Так выглядит паспорт. Вот. Паспорт российского гражданина. Вот он вот так выглядит. Вот наши документы, так что... Это цветная фотография? Да. А у тебя нет цветной? Да потому что вот, а у меня цветная. Так вот, мы находимся в поезде Москва-Воронеж. Мы едем в Воронеж встретиться с нашими поклонниками воронежскими в Воронежской филармонии. С концерт в двухотделениях, между прочим. По два платья взяли. Да. А они пышные и тяжелые. Да. Вот едем мы на поезде, не на самолете, потому что на самолете сейчас улететь мы не смогли, потому что из Исландии идет какой-то дым. Вулканический пепел. Пепел вулканический идет. Пепела, и мы сели на поезд, на старый советский проверенный поезд, который нас домчит всего лишь за одну ночь до героя города Воронеж. Да. А, вот это вот наш эфир. Любилью. Любилью. Онкей. Любилью. Онкей. Любилью. Любилью. Российские железные дороги. Фабрика прачечная. О, о, немецкая марка. О, 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 о. Дальше. Что находится в белье? В белье находится полотенце одно. Находится это наволочка. Наволочка. О, наволочка для звезд. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Звезд на этой наволочке. Six stars. То есть... Six stars наволочка. Все как надо. А теперь, дорогие друзья, мы проведем небольшую экскурсию по нашему замечательному вагону. Вагон существует уже много лет. Вагон – это основное средство передвижения советских пассажиров. И мы сейчас вам покажем, где готовится чай, потому что без чая нет поездок. Следуйте за мной. Чай. Чай – это потрясающий колониальный напиток, который издревле уже более 75 лет пьют в поездах. Без чая нет поездки. Без поездки нет чая. Чай подается в специально заготовленных стаканах. Потрясающие стаканы, которые вызывают у всех советских пассажиров ностальгию. Различные подстаканники. Стакан, лимон, чай. И самое главное достоинство каждого вагона – это чай. Потрясающий чайник, который кипятит воду до температуры 100 градусов. После этого можно чай употреблять. Делается это все вот таким образом. Раз, два, три. И заветный напиток через минуту у вас в вагоне. Пейте чай российских железных дорог. С видеокамерой, теперь да. Хоум-видео постоянное, да? Че, не знаю. Напукал там, понимаешь, ли себя, да? Ну что, друзья мои, кто с кофем ближе, создаем такую теплую атмосферу. Что, так, уже? Как... Уже началось? Ночь. Благодаря ОАО «Железные дороги», что сейчас прибыли вовремя. Да, и общаемся с нашим дорогим другом. Domare quanto è bello, spira tanto sentimento, come tu che tiene me. В Воронеже. Не уверен, ну ладно. Замечательный ресторан, итальянский дворик. Здесь замечательно поели, и настало время отведать местный десерт. Венский шоколадный десерт, да. Такой способ попробовать только у нас в середине, только в Воронеже, только в итальянском дворике. Десерт простаивается более 12 часов, пропитывается шоколадным джемом и
сами можете попробовать и оценить его вкус. На самом деле очень вкусный десерт. Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо. Yes.
Zubarabidabapa, zub, zubarabidabapa, zub, zubarabidabapa, zubarabidabapa.